Сейчас выполним медитацию прощения, которую вам будет необходимо выполнять в течение 40 дней. Закройте глаза и сфокусируйтесь на человеке или на нескольких людях, которые причинили вам боль, которых вы хотите простить. Сфокусируйтесь по вашему желанию один или несколько человек, представьте их. Представьте перед вашим мысленным взором. Просто вводите во взаимодействие, просто позволяйте связи случиться, позволяйте контакту мысленному случиться. Просто чувствуйте ваши ощущения. Мы представляем человека, который причинил вам боль. Руки расслаблены, лежат на коленях. Просто переживайте сейчас опыт связи с этим человеком. И теперь мысленно про себя повторяйте. Я прощаю тебя, если это один человек. Или я прощаю вас за те действия, которые причинили мне боль. Я прощаю вас или тебя за те действия, которые мне причинили боль. И продолжайте мысленно про себя повторять эти слова, обращаясь к одному или к нескольким, или ко всем людям одновременно. Я прощаю тех, кто причинил мне боль. Я прощаю тех, кто причинил мне боль. Или я прощаю тебя, если вы обращаетесь к конкретному человеку. Я прощаю тебя за ту боль, которую ты мне причинил. Повторяйте мы себя мысленно. Повторяйте. Это могут быть один человек, или все люди, или несколько, или вы прощаете всех одновременно. Еще одна минута, продолжайте повторять. Я прощаю тебя за ту боль, которую ты мне причинил. Или я прощаю вас за те действия, которые причинили мне боль. Поставьте туда людей, которые причинили вам боль. Ваши родители, ваши возлюбленные. Ваши сослуживцы, ваши друзья. Ставьте туда на первое место тех раны, которые у вас болят наиболее сильнее всего. И повторяйте. И сделайте глубокий вдох. Задержите дыхание. И выдохните, и расслабьтесь. Побудьте немножко в этом состоянии. Прощая других, мы освобождаем себя от гнева,
негодование, обид. Теперь мысленно вспомните тех, у кого вы хотите попросить прощения, кому вы причинили боль. Даже если эти люди уже ушли из нашей жизни. Представьте их перед вашим мысленным взором. Одного человека или нескольких. Расслабьтесь и просто проживайте взаимодействие, опыт взаимодействия. Повторяйте мысленно про себя. Я прошу прощения и получаю прощение за ту боль, которую причинил тебе. Или я прошу прощения и получаю прощение у тех людей, которым я причинила боль. Выберите ваш вариант, если это один человек или несколько. Повторяйте мысленно про себя. Я прошу прощения и получаю прощение за ту боль, которую я причинила тебе или вам, или людям. Повторяйте. Я прошу прощения и получаю прощение за ту боль, которую я причинила. Я прошу прощения и я получаю прощение за ту боль, которую я причинила тебе. Я прошу прощения, получаю прощение за ту боль, которую я причинила. Продолжайте просить и получать прощение. Тем самым вы растворяете чувство вины и стыда. Получаете прощение. Я прошу прощения, я получаю прощение у всех людей, которым я причинила боль. Я прошу прощения, получаю прощение у тебя за те действия, которые причинили вред или боль. Я прошу прощения, я получаю прощение. Я прошу прощения, я получаю прощение. Я прошу прощения, я пребываю, и я получаю прощение за те действия, которые причинили вред, боль. И сделайте глубокий вдох. Задержите дыхание. Плавный выдох. И медленно ложитесь на спину. Ладони свободно лежат вдоль туловища.
и повторяйте мысленно про себя. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге. Я прощаю себя. Я пребываю в любви и свете. Я пребываю в Боге.
И сделайте вдох. Задержите дыхание. Чувствуйте себя. Плавный выдох. Расслабьтесь. Полностью сделайте глубокий вдох и выдох. Потянитесь. Расслабьтесь и медленно, любым удобным для вас образом, опираясь на правую или на левую руку, медленно поднимайтесь. Садитесь прямой спиной, закрывайте глаза, чувствуйте себя. Чувствуйте то состояние чистоты, которое вы создали. Пустоты внутренней такой. Как будто вычистили много хлама. Чувствуете это состояние?